Здорово, меня зовут Олег, и сегодня на обзоре Air MS Mod. У меня есть три мода с шестью цветами колпачков. Это все шесть цветов, которые бывают у этого фломастера. По ссылке в описании вы сможете посмотреть фотографии модов с различными сочетаниями колпачков. Ну, то есть, сочетание цветов колпачков. Весит данный мод 20 грамм, длина 21,5 сантиметра, и он не пишет. Состоит из двух наконечников и одной резинки от Zebra AirFit. Поэтому первая часть названия звучит как Air. И двух колпачков и одной основы от Monami Memory S. Хайлайтер такой, поэтому вторая часть названия звучит как MS. Крутится примерно как бастер, то есть очень классно. Не буду повторяться и рассказывать про это. Если у вас нет бастера, советую купить его или посмотреть мой обзор, ссылки в описании. Весь кайф этого мода – это длинные цветные колпачки, цвет которых при кручении создает классный спин-эффект. Как первый мод я его не советую, а во всех остальных случаях берите, не пожалеете. С вами был Олег, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, все ссылки в описании. Пока!